целях повышения уровня подготовки личному составу исправительной колонии Министерства юстиции регулярно проводятся как теоретические, так и практические занятия. На теоретических занятиях работники исправительной колонии знакомятся с основными вопросами психологии, педагогики, а также приобретают знания по выявлению запрещенных предметов на территории учреждения. На занятиях помимо устных лекций работникам выдаются наглядные пособия. Для успешного выполнения оперативно-служебных задач сотрудники управления исполнения наказаний посещают занятия и по физической подготовке, по итогам которых проводится аттестация сотрудников. Это нужно для того, чтобы оценивать возможности каждого. Сотрудники в количестве 15 человек сдавали индивидуальные зачеты по физической подготовке. Уровень подготовленности можно оценить на удовлетворительный. Подобные сдачи нормативов у нас проводятся каждый квартал. В конце года мы проводим итоговые занятия. Итоговые занятия и сдача нормативов. Те, которые сегодня не сдали, то есть не уложились в нормативы, с ним будет проводиться определенная работа. Я думаю и надеюсь, что в последующем они достойно сдадут все нормативы. Марш! Сегодня также состоялась сдача нормативов желающих поступить в ряды личного состава исправительной колонии Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Республики Южная Осетия. Молодые ребята были разделены на группы, после чего прошли этапы сдачи нормативов, ранее определенных Министерством юстиции. Все участники справились с поставленными перед ними задачами. Нормативы мы сдали нормально, но мы и дальше будем тренироваться, чтобы результаты наши были лучше. В исправительной колонии я работаю уже один год. Нам регулярно проводят занятия физической подготовки, и вот сегодня сдали нормативы. Мы продолжим заниматься физподготовкой к следующим сдачам нормативов. Реформы, которые проходят в Министерстве юстиции, ведут не только к улучшению условий содержания осужденных, но и достижению сотрудниками высокого уровня подготовки и умению работать с людьми. Поэтому подготовке сотрудников Управления исполнения наказаний сегодня уделяется большое внимание. Сегодня мы проверяем уровень физической подготовленности кандидатов, которые устраиваются на службу в уголовно-исполнительную систему. Сдаются нормативы: бег 100 метров, 1000 метров, подтягивание на перекладине. По итогам сданных нормативов будут решаться кадровые вопросы о приеме на службу. Ежедневно работники исправительной колонии сталкиваются с профессиональными задачами, нередко сопряженными с опасностью и риском. Физическая подготовка развивает важные качества – сила, ловкость, скорость. Надо отметить и то, что сдача нормативов по физической подготовке проводилась на центральном стадионе в присутствии руководства исполнительной колонии и квалифицированных медиков. Елена Газаева, Зауру Стайф, информационный выпуск сегодня.